Всем привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, и у нас сегодня для вас такое интересное предложение. В общем, две квартиры в одном и том же проекте, но на разных этажах. Соответственно, разные виды, соответственно, разная цена. Это квартиры 1 плюс 1 на 8 и 10 этажах от 71 тысячи евро. Ну, давайте посмотрим, что там в квартире. Опишем свои эмоции, ну и посмотрим на этот вид и, конечно, на инфраструктуру. Ну что, друзья, мы с вами в квартире на 8 этаже. Чуть позже покажем вид, который открывается. Просто безумный, просто безумный. Здесь симпатичный такой домофон с видеонаблюдением. Будете видеть, кто приходит к вам в гости. Довольно вместительный шкаф. Тут даже уже стоят вешалки. Здесь душевая, санузел, все установлено, и все тумбочки, вся сантехника, все есть. Где у нас вот идет аккуратно оператор, тут у нас спальня с тоже довольно вместительным шкафом. Вот, да, прям можно все свое добро сюда-сюда и вот туда еще. И такой, насколько я понимаю, небольшой, технически, наверное, балкон все-таки его можно назвать, он довольно узенький, но что-то сюда загрузить можно. Вот у меня, допустим, проблема, не знаю, куда деть свои чемоданы. 4 чемодана, вот сюда бы они вообще отлично встали, так накрыл бы и прекрасно. Здесь у нас открывается уже вид на море, да, как-то можно показать здесь. Спорили мы с оператором за кадром, возможно ли такое, да, что когда-то вот эти вот дома снесутся, да, тут воздвигнут новостройки, все, и никакого вида. Но нет, эти дома еще долго точно предстоят, они не так давно были построены, поэтому точно будете видеть море. Дальше давайте переместимся на кухню. Перемещаемся с вами в основную гостиную, совмещенную с кухней. Тут уже кухонный гарнитур. Ручки отсутствуют, да, вот как раз открываете. Вся сантехника, все выводы под печку, все розетки, все уже готово. И что самое интересное, мы с вами находимся в Томюке. В Томюке есть газ, есть выводы под газ, видите, вот, все, пожалуйста. И вот так переплываем. Здесь у нас батарея. Казалось бы, зачем? В городе, где 360 дней, значит, солнца, у нас батареи. Но, я вам так скажу, прожил какое-то время, когда летом плюс 40, то плюс 15 кажется прохладно. И хочется быть в тепле. Вот для этого здесь эти батареи и есть. Перемещаемся с вами на балкон. Он довольно просторный. Здесь уже вывод под газ, под там, стиральную машину, под бойлер. Открывается тоже вид на море в эту сторону. Тут небольшой кусочек. И еще вон там есть. Так вот, смотрите, еще даже розетка. Можно сюда, например, что-то поставить. Можно сделать, к примеру, застекленный себе балкон. Сделать здесь мини-офис. Что, кстати говоря, многие мои друзья, знакомые делают в своих квартирах. Итак, друзья, резюмируем. Это район Томюк. Здесь у нас квартира 1 плюс 1, разные этажности, от 71 тысячи евро. Вид на море мы вам показали, море вообще близко. Даже, кстати, не знаю, сколько метров здесь, но я вот предполагаю, что здесь ну, не больше ну, 300 метров, ну, может быть, даже меньше. Полностью чистовая отделка, все выводы, все розетки есть. Небольшой технический балкончик, основной балкон довольно просторный. Ну и, конечно, инфраструктура. Это открытый бассейн, это крытый фитнес-зал, это парковка, это детская площадка с прорезиненной поверхностью, что вообще очень важно. Баскетбольная площадка, барбекю-зона и зоны отдыха. Если вас заинтересовало это предложение, то номер вы видите на экране и Арбат Хоумс. Живите у моря.